ты как всегда на своем месте, да? Ты такой сладкий, тебе там нравится. Всем доброе утро, у меня музончик играет. Ой, патчи надо наложить. В общем, утро, как всегда, у меня начинается с... Правильно. Пылесоса. Ай, хитана. Тасматан дулагана. Так, патчи наложить. И балкон надо тоже привести в порядок. Там земля, там все. Там, короче, кобздец. Что творится? Да. Сегодня ветра нет. Замечательная погода. Пока 16 градусов, но все это будет получше. Ой, а что так растрепалось? От ветра, что ли? Ничего не пойму. Это от ветра, что ли, так? Блин. Ни хрена себе. Ураганище. Да. А это я же вот. Я его посадила. Он не вырос. Надо в водичку его. Он тоже отвалился от ветра. В общем, буду убираться на балконе. Ну, это, конечно, на один день, потому что у меня вот есть свинья по имени Чуча, да? Поет, зараза, и днем, и ночью. Спит, спит в 12 ночи, хоба, проснулся и давай петь. Но дома темно, запел. В 7 утра обязательно поет. Но вы знаете, меня это его пение не беспокоит и не будет. Наоборот, так проснешься, услышишь и как-то, наоборот, радостно. Ой, что у меня на голове там? Все дымом стоит. Вот поэтому пой, птичка, пой, ты моя сладкая, да. Пью-пью. Пью-пью. Да, пью-пью. Оп, вот так вот он скачет туда-сюда. Да, жирный такой. Вчера водичку сменила. Вот, сейчас пойду гулять еще с одним. Да, и ты гулять пойдем. А как же, без прогулки нельзя. Никак, никак, никак. Потягушечки какие. Потягушечки. Хотела себе сделать завтрак такой, знаете, инстаграмный. Думаю, сейчас что-нибудь придумаю. Такой вкусный, там, лавашек, яичко, все дела. Потом такая думаю, ай, да ну нафиг. У меня печенье овсяное есть. Пойду я кофе сделаю с печеньем овсяным, наверну. Так и сделала. Сейчас возьму кофточку. Все-таки... Пока у нас 18 градусов. Ну, свежий ветерок вдруг там или еще что. В общем, да. Потом прическу наводить, краситься, красоту и все. И отправляться. Но пока есть время для прогулки. Хотя, даже если бы его не было, нужно было бы его найти. Ну, где-то час мы будем гулять. Время у нас 9:30. 10:30, 10:30. Даже если в 11 вернусь, будет нормально. Мы уже прибыли к месту. И тут вот Олька в машине что-то там ковыряется. Ну все, я вижу, видимо, надушилась-то, надушилась, надыханилась. Что-то там достает. Что-то там достает. Погода сегодня замечательная. Мы пойдем вот сюда кушать. Ну, мы уже были тут. Народу дофига. Припарковалась, конечно, я. Далековато, но ничего. Бешеные собаки 7 верст не пусть, как я говорю.
какая красивая. Нет, не хотела парковаться. Мы же пофоткались. Только человек, тут мы сидим. Как красиво. Светка в кадр выходит. Стол за мной, но там зато есть. Мы и денег заказывали. Один раз мы сейчас на мою тебя. Сардины, там у девчонок салат. Мы тоже салат заказали, сейчас должны принести. Ням-ням. Это мой салат, наш. Все его фотографируют, порублю, что с них брать. Мы вкусно поели. Теперь лезем наверх, чтобы посмотреть на шикарный вид. Я тут уже была. Ой, да где я не была? Я уже везде была. Ну, еще раз лазим. Что-то жарко, можно и свитерочек снять. Даже здесь вот тоже красиво. Да. Муж Танин, Татьяна, типа того. Это типа не Таня, это муж Танин. Да, но очумелые ручки Танины. Тут я уже подмигнула, Таня, уже подмигнула. А потому что магазин сегодня закрытый. Чай зеленый, полезный. А пахнет? Слушай, а пахнет как? Зеленый. Поздравляю. Ой, там чай зеленый. А свисту? А свисту? А свисту? Чаю пахнет. Развернете, заварите. Чайная. Hemos colaborado todos. Da, da, da. No cojo, no cojas la fama de otro. О, а у меня по цвету вообще подходит. Ну, блин, я по цвету. Ну, круто же. Я попал на ТВ. Теперь у нас десерт. Тортик. Кофе. Тирамису. Про тирамису не было. Ну вот, замолчал. Я тут его поснимать хотела, как поет. А он взял и замолчал. Потому что муж домой пришел. Вот, мы уже нагулялись. Сейчас домой пойду отдыхать. Сделаю себе большую кружку чая. Литровый вот этот, который у меня есть. Буду пить какой-нибудь сериальчик включу или кино какое-нибудь, даже не знаю. Ну, что-нибудь посмотрю, поищу. Все эти гулянки, еда, рестораны так угнетают, так как это, усталость такая. Ну, очень классно посидели с девчонками. Время уже 5 часов, поэтому время пришло отдыхать. Чай, чаечек с фруктами. Там у меня черный чай тропический. Стевия и фруктики. После рыбы всегда такой сушняк. Сильный. Что чай просто необходим организму. У вас тоже сушняк? Вообще, как отмечаете 8 марта? Ну, вроде неплохо, да? Культурно. Мы культурно отметили 8 марта. Пойду в сериальчик выбирать. Может быть, посоветуете какой-нибудь? Может быть, вот прям новенький какой-нибудь вышел интересный. Смотрите, если, допустим, в России поздравляют с 8 марта, ну, вот всякие открыточки вот такого типа, да, то в Испании, сейчас я вам покажу, тоже посылают открытки, но другого формата.
Вот такого формата, например, написано здесь «до конца и дальше». Видите, то есть вот такого типа. «Свободные». Вот такого типа. В общем, здесь тоже поздравляют с 8 марта, но по-другому. Что типа, либо молодцы мы, женщины, такие вот, типа, добиваемся всего. Или вот так, никаких цветов. Хотя цветы, знаете, вчера в Лиделе продавали цветы, розы, букеты, не знаю. Но у меня ощущение, что какой-то там 8 марта, что женский день. Я все мужу сегодня спрашивала, говорю, а где мой цветок, где моя роза? Но он мне все, подожди, подожди. Так я и не дождалась розу. Но он мне сделал подарок, например, сегодня за весь наш обед. В общем, заплатил он, ну как заплатил, дал мне денежку, я заплатила. Вот. Поэтому, как бы, лучше деньгами. Зачем какие-то цветы и розы? И то, знаете, если мне дарит кто-то цветы, то лучше в горшке, правильно? Так и стоять будет больше. Так и даже вот эти вот гиацинты, по-моему, они называются. Я вот смотрю сейчас в Инстаграме, в русском, там они в вазочках все стоят, такие вот срезанные. А здесь всегда я покупаю вот луковицы, прям уже в горшке. Либо, знаете, в емкости с водой. Вот, они там вот растут и цветут, и пахнут, как говорится. То есть, таких вот как-то букетов не знаю. Ну, правильно, букеты что, постоят. Хотя у меня и в горшках-то недолго живут. Ну, нет, живут, конечно. Ну, не знаю. В общем, так, вот прошло 8 марта. Ну, что ты тут делаешь? Мы остались в гордом одиночестве. Почему? Потому что сегодня футбол. В Испании вообще очень много футбола. Почти каждый день кто-то с кем-то играет, кто-то выигрывает, кто-то продувает. Хорошо, что он мне не нравится, футбол. Я пыталась смотреть, вы знаете, когда Испания стала чемпионом мира, по-моему, не помню когда, я смотрела этот матч не весь. Честно скажу, я вот не понимаю. 12, по-моему, человек с одной группы, с 12 с другой, бегают за одним мячиком. Ой, там еще такой театр, там типа ногу мне подвернул, ногу завернул. В общем, не знаю, мне не нравится. Мне вообще не нравится никакой вид спорта вот так, чтобы сидеть и смотреть его. Я не понимаю, что интересного. Хотя, знаете, когда мне было лет 16-14, мне нравилось смотреть фигурное катание. Там, да, красиво, и музыка такая, знаете. А так, чтобы вот сидеть и смотреть, чтобы кто-то выиграл, нет, да ну нафиг. У меня сегодня по... Чего ты зеваешь тут сидишь? Чего ты тут зеваешь сидишь, моя рыба сладкая? Да, вот так. Поцеловала. Да, давно мы с тобой не целовались на публику, да? Не знаю, что занести, не занести, холодно, не холодно ему там. Он в 7 утра как начинает петь. Весь день. Да ты что? Да ты что? Да? Да, ты меня целовать будешь? У меня Чарли, кстати, разговаривать умеет. Попробуем разговаривать. Да. Моя маленькая рыба. А что такое? А что? Давай, скажи мне что-нибудь. Чарли, скажи. Анна, dime algo. Algo? Que? Como está tú? Como está mi niño? Que? ¿Dónde está papá? No. No, hablar. Venga, hablar. Dime algo. Que? Que ha hecho? Que ha hecho? Ha dormido mucho? Нет, он разговаривает, когда, знаете, когда лежит такой, лежит и начинает на своем собачьем... Вот так как-то, ой, это умора жать. А сейчас он в таком возбужденном состоянии, и с ним надо играть. Ну, конечно, я с ним сегодня вечером не погуляла, поэтому он в возбужденном состоянии. Вообще уже пойду умываться, потому что почему-то глаза прям такие, знаете, может быть, аллергия начинается, потому что все цветет, все пылает. В общем, да, чучу не занесла. Он в 5-7 утра как начинает петь. Мне это, я так послушаю, и опять потом типа спать. Вот, ну, мне кажется, на балконе ему намного комфортнее, лучше и свободнее. Потому что там света много. Ой, блин, чуть не зарядила в это, в цветы мои. Блин. Вот, там ему света больше, и все. И ветра у нас нет, слава богу.
кстати, вот эту вот брошку, в которой я сегодня была, выставила фотки в Инстаграм. Кто не подписан, подписывайтесь. Ссылочка находится в инфобоксе. И вот эта вот брошечка, я ходила с ней, это мне делала Таня. У нас вообще сегодня она у нас рукодельница, делает очень красивые броши, куклы. Сейчас она шьет костюмы для гимнасток. Вот, у нее и дочка занимается этим. В общем, рукодельница. И мы сегодня все почти сидели с ее брошками красивыми. И подходит... А, дверь хочет открыть. Видите, двери закрытыми не должны быть. Но так как у меня балкон открыт... Ой, как вкусно пахнет таким свежестью. Вот, что хотела сказать. Подходит негритяночка, она продает там всякую бижутерию. А я смеюсь, говорю, у нас сами хоть продавая одна вот рукодельница есть. Что хотела, а... Чуть-чуть показать. Ну, вон он сидит, нормально ему. Конечно, опять тут срач, смотрите. Видите, опять срач. Ну, ничего. Мне кажется, ему здесь будет комфортно. Здесь не холодно, нормально. Чуть, тебе хорошо здесь? Мне кажется, ему будет нормально. Тут не буду я его заносить. Да, скажи свое веское слово. Пи! Не хочет он вам сказать пока. Такой классный. Такой толстый, да? Тихо, красивый, чуть. Этот высматривает. Папа, папа ушел. В общем, я его оставлю здесь. Пускай здесь поет с утра. Пи-пи. Не ревнуй. Не ревнуй. Ладно, буду прощаться с вами до завтра. Завтра в понедельник, сходим с вами по магазинам. Может быть, знаете, скидки уже прошли, но все равно есть такие отделы, которых уже там типа все валялось, перевалялось, уже и выбирать нечего, но все-таки можно что-то найти. Так, у меня завтра кое-какие еще дела есть. В общем, завтра все увидите. Не забывайте подписаться, поставить лайк. Ну, все как обычно, блогерский набор. Всего самого лучшего. Пишите в комментариях, как вы отметили 8 марта, что вы там, вам там подарили. Может быть, какие-нибудь поездки, хотя какие поездки с этим вирусом. Кстати, пойду послушаю, что там про вирус говорят. Вот, и встретимся с вами завтра. Всем пока-пока!